Я думаю, все-таки это Бог желает, чтобы даже находясь в любых обстоятельствах, люди могли выражать, самовыражаться вот таким образом, да, то есть кто-то в стихах, кто-то в песнях, кто-то в рисунке, ну, вообще в творчестве, да. И много что для себя, да, подчеркнул из общения, потому что все такие разные вроде бы, да, но именно объединяет творческие вот эти начинания в каждом, да, каждый хочет что-то для себя понять, каждый перенимает, много люди друг другу говорят искренних слов, потому что, ну, действительно, когда человек говорит от души о чем-то, то, ну, другой невольно видит это все, слышит, чувствует внутренне, да, и меняется, ну, от этого. Капли слез за окном ночь, ты опять в темноте плачешь, и как прежде меня ждешь, для меня ты так много значишь. И как прежде ночи без сна, тихо шепчешь мое имя. Вот уже шестая весна, друг без друга жить невыносимо. Одиночество, судьбы пророчества, ночи без сна. Забыть все хочется, но в одиночестве шестая весна. И одиночество, ночи без сна. Судьбы пророчества. Капли слез уронил дождь, он почувствовал нашу разлуку. Ты все так же любишь и ждешь, гонишь прочь одиночество муку. Но я вернусь всем бедам назло, ты как прежде мною любима. Разделю с тобой все тепло, ведь друг без друга жить невыносимо. Одиночество, судьбы пророчества, ночи без сна. Забыть все хочется, но в одиночестве шестая весна. И одиночество, ночи без сна. Судьбы пророчества. Однажды очень мудрый человек сказал: «В нашей жизни на самом деле важно лишь то, что имеет продолжение». Следуя этой логике, «Калина красная» — это очень важный и ценный шаг в жизни каждого из наших лауреатов. Это шаг навстречу их продолжению и их будущему.